приятным гостям. Я Джетли. И, короче, вам придется немножко попривыкнуть к такому типу речи. А все потому, что у меня сейчас небольшие проблемы с языком. Вот. И поэтому, ну, короче говоря, какое-то серьезное видео с таким хомячковым акцентом, по-моему, сделать очень-очень сложно. Потому что будет смешно. По крайней мере, мне смешно, и смешно продавцам, когда я в магазине что-то прошу. А сейчас, короче говоря, я ищу козышек. Так. Кристиан. Чуть помедленнее. Вот, короче, поэтому это, скорее всего, будет просто маленький влог. Хотя я их снимать не планировала. В общем, будет видос с кусочком лета для тех, кто не успел, как бы, ну, летом куда-то съездить. Я постараюсь не брать этот бесющий ракурс из-под подбородка. Я знаю, что он многим не нравится, поэтому его постараюсь сместить к минимуму. Сюда надо. Мы ищем козочек, потому что это деревня. И там вот Кристоф и моя кошка на поводке. Вот. И это деревня. Тут много коз и коров. Я очень большую часть жизни провела в деревне, поэтому я умею доить и коз, и коров. У них разная техника доения, дойки. Вот, и мы сейчас просто пойдем смотреть козочек. Я думаю, когда-нибудь летом я приеду и возьму тут у друзей козу, чтобы некоторое время ее повыхаживать, ну, покормить, порастить, поухаживать за ней. Смотри, какая кисенька. Кисенька. Там такая маленькая кисенька. Вот она. Киса. Ух ты. Это же сгущенка, по-моему. Или нет? Подожди. Здравствуй. Здравствуй, малышка. Ух ты, такой хорошенький. Нет, сгущенка светлее. Милошкин. Такой добрый. Тут у большинства кошек нету блох. Вот, и большинство кошек вообще бесстрашные. Вот, они и добрые. Сейчас спустимся. Я нашла козушек. Тут закат, пейзажи. Ну да, там курочки еще. Индюшки, уточки. Пойдем индюшку посмотрим. И вот котик об меня трется. Какой котик. Хорошенький котик, мне нравится. Я бы его тоже с собой взяла. Но они здешние, они очень ласковые, они кому-то принадлежат. Почти все. Вот это козушки. Вон там они. Котик охотится. Я думаю, блин, интересно, да, почему я так говорю? Вот, короче, почему я так говорю. Опухоль держится уже 2 недели, но она постепенно спадает. И поэтому я думаю, она скоро пройдет. Поэтому я записываю это видео. Сейчас я, наверное, передам камеру Кристофу. Потому что, если честно, у меня очень устали руки. Хотя от чего тут уставать? Но устали. Это булка. Она та кошка, которая ходит с нами. Потому что она компаньон. Компаньон. Вот, надо было Элио. Он кот преследует. Он бежит, он хочет ласки. Вот он. А булка не хочет этого. Вот, а кот хочет, он ласковый. Дай мне сишку и мамке, короче, не говори.
А то я на момент того, как у меня язык заживал, я, короче, ее, ну, бросила курить. А оказалось, все не так просто. И когда рядом закурил мой оператор, Кристиан, короче, я опять закурила, видимо. В жизни так бывает. Не надо начинать, в общем. Курить круто до определенного момента. До того момента, пока ты не оканчиваешь школу. Дальше это уже не круто. А я не курил в школе. Может, просто зазумируем их? Ну, не отсюда, здесь их не видно. Откуда? На пригорочек, вон, обратно взойдем и все. Пошли, меня еще кот сталкивает. Меня тоже. Сейчас я поднимусь. Сейчас попробуем зазумировать. Ну, вещай про козушку. Вот, короче, козушка — это очень хорошее животное. Оно, как видите, белое. Бывает других цветов. И оно приносит молочко. Но это мало кому интересно. Пойдем. Было бы интереснее козушку погладить. И получить подсрачник ее рогов, да? Нет, не все козы бодаются. Они, кстати, даже не бодаются. Они просто чешут рога. Давай попробуем их позвать. Кого? Козушек. Козушки привязаны. Да? Да. Ты что, думаешь, они просто так гуляют? Продолжаем идти с скачкой камеры, потому что у меня нет стабилизатора. Можете донатнуть на стабилизатор. Хотя вряд ли это кто-то сделает с таким-то видео. Эй! А сейчас по-хорошему мне надо обработать язык хлоркоксидином, потому что курить нельзя. Ну, типа нельзя. Там какие-то свои причины. По-моему, на записи, как мне как раз красили язык, все это будет, все это есть. Она будет выложена, как только у меня заживет язык. И я, собственно говоря, ну как бы расскажу о плюсах, минусах, нахрена это все. И, ну короче, покажу по заживлению. Просто то видео, мне кажется, немножко недоделанным. Его должны еще репостнуть в группу с бодмодом. Этого мастера, у которого я сделала язык. Котик, давай. Не занимай дорожку. Тут горка просто. Не надо его пугать. Ну ты что? Тут, короче говоря, очень красивые виды. Небо красивое. Я, правда, не думаю, что передастся весь цвет, потому что солнце заходит там. Там уже наступает ночь. Как купол. Тут очень хорошо видны звезды, потому что, так как это деревня, нету освещения никакого. Там пару фонарей только в селе. И клуб. Клуб в селе. Как-то оно так. В общем, козушек мы не посмотрели. Зато я могу показать немножко села. Может быть, мы пойдем в обратный путь. Ну, мы пойдем через реку. Я не знаю, насколько это будет интересно. Вообще не знаю, насколько будет интересно это видео. Что? Темно уже будет. А, вот. Я думала, мы пойдем по горе. Но это если сейчас не наступит прям сумерки-сумерки. И меня все еще будет видно. Вообще я не планировала на такое большое количество времени оставлять свой канал без видео. То видео, кстати, которое было выложено там какое-то количество времени назад, последнее, это видео сделал Волюм, это трейлер каналу. Короче, я не знаю, смотрит ли он меня. Наверное, не смотрит.
Но я ему хочу сказать спасибо. Тут есть колонка. И есть вот такая вот церковь. Я думаю, сейчас пока вот так вот переключу. Просто покажу пейзажики. Потому что моего леса вы еще насмотритесь. Я увижу его еще в своих новых видео, потому что редко смотрю в зеркало. Я их, честно говоря, боюсь. Зеркал. Может быть, потом когда-нибудь сниму видео про то, почему я боюсь зеркал. Как бы у меня есть на это причины. Вот. Это школа местная. Я в ней не училась. Тут очень мало классов. В моей школе было 12 классов. Вот. И, собственно говоря, как-то так. Что-то едет. И я надеюсь, на меня сейчас не нападут местные гопники деревенские. Потому что свой кота-кастет. Кастет в виде кошечки я не взяла. Тут, короче, закат. Мне нравится природа, которая здесь. И, если честно, я бы жила здесь, либо в какой-нибудь подобной местности. Потому что, ну, блин, чем ближе к природе, тем лучше. Тут меня сейчас не поймет никто. Булка тащится. Потому что булка без шлейки, она непредсказуема. На мне сейчас сидит булка. Приближается КамАЗ. И приближается КамАЗ. И булка нервничает. Где-то там он. Далеко. Вот. Булка очень этого не любит. Она очень боится машин. А вот КамАЗ. Сейчас я булку отдам Кристофу. Держи булку, Кристоф. Вообще, как бы я тут как-то раз ходила в платье и с зонтиком от солнца. Потому что мне нельзя находиться на солнце долго. Мне становится плохо. Короче говоря, я теряю сознание. Если еще немножко на солнце полежу, можно умереть. Вот. И, короче, как-то раз я тут гуляла в платье с зонтом. И надо мной все смеялись. У меня еще были нормального цвета волосы. Типа мне сказали, что я как в цирке. Как клоун выгляжу. Пойдем к Кэсси. Это было не круто. Мы сейчас идем к магазину. Вот. Эй, мы все весело. На самом деле я нейтрально ко всем отношусь. На самом деле тут как бы немножко потемнее, чем сейчас на видео, на экране. И больше пыли. Я не знаю, почему камера снимает чуть светлее. А ты знаешь? Автояркость. Режим освещения автоматически. Вот. Мне кажется, этот магазин закрыт. Тут, короче, два магазина. И третий за холмом, вон тем вот, за тем холмом, там еще надо идти, и он, по-моему, работает только до 3. А какой-то из этих магазинов работает до 7, и какой-то должен работать до 8. А сейчас сколько времени? Как раз около 7. Вот. Возможно, короче, этот магаз будет закрыт. И свет не горит, значит, закрыт. И дверка заперта, да, значит, он закрыт. Прошу прощения, некоторые моменты камера не записала. А потом, когда мы вошли в этот бар,
В общем, на улице уже стемнело, и камера уже ничего не видела. И на всю улицу, по-моему, горел только один или два фонаря. И те были около магазина. Магазинового. Прошу прощения. Если что, опухоль с языка у меня уже спадает. То есть, когда опухоль совсем спадет, я смогу записать видео, которое я обещала записать. А еще мы видели там огромного жука. Мать мне сказала, что это жук, который занесен в Красную книгу, но я в этом не уверена. По-моему, это просто жук-караед. Просто огромный он, вот такого размера был. Я потом его поймала в баночку, хоть я и как бы немножко его боялась. Потому что, ну, жуки таких нестандартных размеров, они пугают, ну, подсознательно пугают. Вот, и я пишу это видео без штатива, потому что штатив я забыла. А вот это, короче, жук, на которого охотятся мои кошки. Но я его боюсь. Ну, как бы я не люблю больших черных жуков. Вот он. Если вам будет интересно видео об окрашивании языка, ставим лайк, пишем об этом в комментарии. Скоро, когда я сниму видео об окрашивании языка, я сниму про видео прически из дред. Но вот у меня одна из моих любимых причесок что-то не очень получилось. Потому что, ну, блин, я не знаю, у меня что-то сегодня руки кривые. Вот. Собственно говоря, вы можете в группе, вот ссылка на которую будет в описании, написать пожелание, какое бы вы хотели видеть видео следующим, то бы вы хотели вообще видеть на моем канале. И еще одна вещь, кстати. Я договорилась с одним баром, и скоро мы будем пытаться таки снять еще один клип на стих. Но мне не хватает одного человека на роль Кая. Вот, я думаю пройтись по знакомым. Может быть, удастся как бы его найти. И этот человек, скорее всего, нужен будет, ну, через дней 5, может быть, через неделю. То есть в конце месяца, ну, ближе к концу месяца. Так что, если кто-то живет в Москве или в Московской области, вы можете это, опять же, в группе написать. Ну, либо написать мне в ЛС с заявкой в друзья. И, собственно говоря, возможно, вы подойдете как раз-таки на роль Кая. Ну, для клипа. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!